Несмотря на запрет кодеиносодержащих препаратов, в городе продолжают функционировать дезаморфиновые притоны. Один из них на этой неделе был ликвидирован сотрудниками областного управления наркоконтроля. В ходе следствия было установлено, что хозяева притона – два брата. Ранее судимые – жители Иваново. Изготовлением, потреблением и сбытом смертельного наркотика дезаморфин занимались в течение последних 9 месяцев.